Почему холодный остров в Северной Атлантике стал решающим рубежом в оккультном мире добычи криптовалюты? Ничем не примечательная группа сараев в западном кластере скандинавской нации могла бы дать ответ. Так что присоединяйтесь к нам, друзья, подписывайтесь на канал, и мы вместе заглянем внутрь безумной биткоин-супершахты Исландии. Около 10 лет назад произошла первая настоящая биткоин-транзакция в реальном мире, когда некий Ласло Ханец приобрел две горячие и сочные пиццы Папа Джонс за 10 тысяч биткоинов. В то время эти 10 тысяч монет стоили всего около $40. Какими бы восхитительными не были пиццы, если бы он только сохранил эти биткоины, потому что к настоящему времени они стоят больше $400 миллионов. Биткоин, созданный темной загадочной фигурой или, возможно, группой по имени Сатоши Накамото, является одной из многих криптовалют, которые создаются с помощью компьютерных процессов, которые используют чистую математику и чистую вычислительную мощность для подтверждения ценности транзакций. В отличие от обычных денежных систем, которые поддерживаются центральными банками, криптовалюты полагаются на математическую достоверность децентрализованной бухгалтерской книги, известной как блокчейн. Майнинг – это основа криптовалюты, в том числе и биткоина. Это процесс, который создает новый биткоин, вкладывая вычислительные мощности в обработку транзакций в сети биткоинов. Майнеры награждаются частью цифровой валюты. Эта выплата делает весь процесс с правильным оборудованием невероятно прибыльным, и это породило огромнейших масштабов индустрию. Вы можете майнить дома, и многие люди это делают, но также появились компании, занимающиеся добычей этих полезных ископаемых. Эти компании строят огромные центры обработки данных или шахты, которые потребляют огромное количество энергии и выполняют безумные вычисления в поисках цифрового золота. Одной из таких компаний является Genesis Mining. По данным Википедии, это компания, которая предоставляет облачные услуги майнинга криптовалют, прежде всего биткоин, по состоянию на середину 2010-х годов является одной из крупнейших компаний облачного майнинга в мире, основана тремя партнерами. Публично услуги начала предоставлять в феврале 2014 года. Дата-центр Genesis Mining называется Enigma и представляет собой одну из самых крупных в мире майнинг-ферм. На момент создания ее основным предназначением была добыча эфириума, но ферма сейчас регулярно обновляется под работу с современными блокчейнами. Enigma находится в Исландии и работает полностью на геотермальной энергетике, берет энергию из недр земли. Это возобновляемый ресурс, относящийся к альтернативным источникам энергии. Genesis Mining занимается облачным майнингом. Это позволяет клиентам майнить, используя свое облако, без необходимости покупать специализированное оборудование. Технически майнить можно практически на любом компьютере, но делать это невыгодно, если у вас нет подходящего комплекта. Многие люди занимаются майнингом сами, часто присоединяясь к большим пулам, чтобы улучшить свои шансы. Но модель Genesis – другой вариант. У компании были первые рудники в Боснии и Китае, и большая часть ее операций в настоящее время базируется в Исландии. А все потому, что Исландия может похвастаться тремя очень важными качествами для майнинга: дешевая энергия, хорошее интернет-соединение и холодный климат. Климат невероятно важен. Оборудование для майнинга выделяет огромное количество тепла и потребляет огромное количество энергии. Если вы можете сэкономить на охлаждении за счет естественной температуры, это может означать разницу между потерей денег и получением прибыли. Даже в этом случае потребление электроэнергии Genesis очень велико. Генеральный директор Маркус Стрэнг говорит, что энергетические компании предлагают нам вертолеты, когда мы приедем, и предполагает, что они могут быть одним из крупнейших потребителей электроэнергии в стране. Предполагая, что вы получите хорошую электроэнергию и игнорируете все другие расходы, Стрэнг говорит, что майнинг одного биткоина в настоящее время стоит меньше $100. Для справки, этот биткоин в настоящее время стоит больше $40 000. Стрэнг говорит, что у облачного майнинга есть серьезная проблема с доверием. На самом деле клиенты никогда не видят и не владеют оборудованием для майнинга, что подвергает их риску мошенничества. Услуги Genesis Mining позволяют клиентам заключать контракты на облачный майнинг, получая в качестве вознаграждения биткоины и другие альтернативные криптовалюты с использованием облачных сетей. Поддерживает майнинг на базе алгоритмов Script и SHA-256. Поддерживается добыча следующих типов криптовалют: напрямую или посредством автоматического обмена. Биткоин, Лайткоин, Dash, Доккоин, Монеро.
На этом я буду заканчивать, друзья. Это был очередной выпуск из рубрики «Где мы говорим коротко о технологиях». Не забудьте подписаться на канал, обязательно поставить лайк этому видео и нажать колокольчик. Напоминаю, что все ссылки на наши полезные ресурсы вы можете найти под видео. Ну а я буду с вами прощаться. С вами был, как всегда, Андрей. До новых встреч!